Болезни сердца, печени и почек, а также раннее старение и смерть – все это страшные последствия, к которым приводит артериальная гипертония. В Казахстане практически каждый второй человек страдает от этого заболевания. Для его профилактики в Петропавловске проходит акция «Узнай свое давление». Более 106 тысяч казахстанцев страдают от болезней кровообращения. Самая распространенная из них – артериальная гипертония. Два десятка лет с повышенным давлением борется Лариса Вергун. Сахарный диабет, частые головные боли и слабость стали постоянными спутниками. Сегодня пенсионерка пришла в аптеку, чтобы принять участие в акции и получить консультацию специалистов. Акция, конечно, полезна, потому что, во-первых, не у всех есть тонометры, а во-вторых, очень много тонометров вот такой марки, ну и других вот этих электронных тонометров с большими погрешностями. Сейчас вот я запомнила это давление, сейчас приду домой и проверю. Сегодня акция прошла во многих торговых домах, аптеках и магазинах. Узнать свое давление может любой желающий, причем бесплатно. Такие мероприятия медики проводят для профилактики заболевания и снижения риска его последствий. Сейчас это все молодеет, то есть раньше люди страдали в зрелом, больше в старшем возрасте. Сейчас более молодое население этим страдает. Это вызвано различными факторами, но то есть нужно как бы придерживаться здорового образа жизни, то есть снижать лишний вес, употреблять больше фруктов, овощей, снижать свою потребность в жирном мясе, то есть в жирных продуктах, отказаться от алкоголя, от курения. Врачи рекомендуют пенсионерам и людям, страдающим от гипертонии, всегда иметь под рукой тонометр. Он поможет контролировать скачки давления и вовремя принимать необходимые меры. Алина Баржанова, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.